Детский игровой городок в селе Делихово Скопинского района появился совсем недавно, но прямо сейчас это главное место отдыха, причем не только детей, но и взрослых. А все благодаря проекту поддержки местных инициатив. Сделать жизнь села ярче жители четко решили в прошлом году. Год назад, когда я пребывала с ребенком здесь в отпуске, обратила внимание, что большое количество детей нашей деревни гуляет в неположенных местах. То есть это на дорогах, на перекрестках, у них идут игры в догонялки, в мячи, да, то есть то, что совершенно недопустимо по правилам безопасности. Я предложила населению, да, организовать детскую площадку. Идею односельчане одобрили, и активисты обратились с письмом в правительство Рязанской области. Ответ их воодушевил. Площадку можно построить по программе поддержки местных инициатив. На общем собрании жители Делихова приняли проект и поддержали его рублем. Собрали первые 15% стоимости. А дальше все уже было делом техники. При поддержке главы Павелецкого поселения выиграли конкурс, заключили договор с подрядчиком. Площадку возвели буквально за полтора месяца. Дети с удовольствием сюда бегут, даже с Павелецкого первого, хотя у них там тоже есть площадочка, они все равно к нам приезжают. Мы очень рады, что и наши все вот дети, которые в Москве живут, но их корни здесь, они приезжают. Сейчас эта площадка – место притяжения всех жителей села. Да что там села, отдыхать сюда едут со всей округи. Настольный теннис, волейбол, качели, горки. Радости местных нет предела. У меня друзья из соседних сел, поселков, и все мы сюда приезжаем, играем вот в волейбол. У нас собирается даже не две команды, а 3-4, мы вот меняемся постоянно. К нам даже вот дети младше нас присоединяются. Первое участие в проекте поддержки местных инициатив настолько понравилось жителям Делихова, что останавливаться на достигнутом они не собираются. Впереди новый конкурс. Призываю всех принимать участие в данных программах. У нас есть идея, да, для дальнейшего участия. Это освещение уличное. Да, мы хотим установить фонари в нашей деревне. Уже как бы начали опрос. Желание жителей всегда первостепенно. И уличные фонари сегодня главная тема для Делихова. Но не последняя. Третьей попыткой участия в проектах местных инициатив станет идея ремонта местных дорог.